Всем привет! Вы на канале Лепка, это просто. В этом видео мы научимся лепить вот такого забавного пришельца. Из кусочка пластилина скатаем яйцо. Из двух небольших колбасок сделаем руки. Проделаем для них углубление и вставим. Теперь сделаем глазки инопланетянину. Для них возьмем два белых шарика и два черных шарика поменьше. Прикрепим черные шарики к белым. Проделаем углубление для глаз. Скрепим их между собой и вставим в углубление. Из двух шариков скатаем низкие конусы. Это будут ноги инопланетянина. Прикрепим их к туловищу. Два шарика слегка приплюснем и, сделав разрез, прикрепим к рукам. Сформируем ладошки. Две небольшие колбаски прикрепим к голове инопланетянина. Это будут рожки. К ним прикрепим два маленьких шарика. И слегка загнем. Прикрепим ротик. Вот такой чудный пришелец у нас получился. Давайте проверим, кто там внутри. Привет. Ой, а кто ты? Я? Я пришелец с другой планеты. Я с планеты Лумпляндия. А я космонавт. Я с планеты Земля. Нам прилетела твоя летающая тарелка, и я решил проверить, кто там внутри. А в одном из следующих видео ко мне прилетят мои друзья на летающей тарелке. Она такая радужная, ну вы сами увидите. До новых встреч! До новых встреч, ребята! Пока-пока! Пока!